В Турции после совершенного накануне теракта прошли полицейские рейды против сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Задержано около 60 человек, в том числе трое россиян. Их имена не называются. В генконсульстве нашей страны подтвердили информацию об аресте российских граждан. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что задержанные отказались от контактов с представителями России. Между тем, действия турецких властей многие подвергают критике. Так, источник агентства ТАСС в российских силовых структурах обращает внимание на то, что аресты были произведены сразу же после взрыва в центре Стамбула. Это значит, что задержанные находились на контроле у турецких спецслужб. И все это, цитата, вызывает вопрос, почему не было принято никаких превентивных мер по предотвращению теракта. Напомню, в результате взрыва в Стамбуле погибли 10 человек, 17 получили ранения.